tryna put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys only. Я слушаю всех. Они продолжают болтать обо мне и все, что я делаю. Но мне насрать на это. На любого из них. Я размажу этого парня. Это то, что я сделаю для UFC. Это как я вижу эту ситуацию. Потому что мы должны сделать его скромным. Я тебя размажу. Посмотрим. Посмотрим. Да, мы посмотрим. Если он хочет серьезно поговорить, он должен оставить свой трэш-ток. На меня это не подействует. Мне посрать на него. Закрой свой гребаный рот. Я управляю Нью-Йорком. Я заправляю всем этим дерьмом. Мистик Мэг предсказывает. Я нокаутирую его за 4 раунда. То, что Конор представляет из себя, раньше это было интересно, сейчас это опасно. Его скорость и нокаутирующая мощь с обоих рук. И Хабиба потрясли уже один раз. Майкл Джонсон сделал это. Посмотрите этот момент, когда Майкл Джонсон попал по нему. Смотрите, он человек. Ему может быть больно. Но Конора до этого уничтожали на земле. Это с ним делал Нейт Диас. Его также контролировал Чад Мендес. Но он далеко заходит в голову людям. Он ментально всех уничтожает. Но я не думаю, что это сработает с Хабибом. Тут мы имеем дело с совсем другим человеком. Если вы, ребята, помните, в январе на пресс-конференции он сказал, если кто-то из нас вылетит, он возьмет этот бой. Он сам говорил, что он будет готов. Но когда UFC позвонили мне, они не могли его найти, он куда-то исчез. Потому что он понимал, что ему придется биться. Просто нужно было прийти. Они придумали, что он не сможет сделать вес, или что-то вроде этого. Да кому какая разница? Ирландцы вернулись, мы заберем обратно себе Нью-Йорк. Я заправляю Нью-Йорком. Без меня это все полное дерьмо. У Конора всего один бой в UFC.
в легком весе. Он побил старика Эдди Альвареса. Он хороший боец, но я думаю, много бойцов в моем весе могут его побить. Это мое мнение. Я думаю, многие могут его побить. У него хороший бокс, хороший тайминг. У него нет борьбы, плохой грэплинг и совсем нет выносливости. Они все не мой уровень. Им нужно что-то добавить. Размер, длину. Добавьте им атрибутов. Найдите мне кого-то равного. Я ему оторву голову. Я смотрю на Конора, каким он был еще в последнем бою. Сейчас он выглядит совсем другим, по сравнению с тем Конором, который был до этого. Люди будут шокированы, как он вырос. Сейчас у него совсем другой арсенал. В начале года он сдался как цыпленок. В конце года он уже бьется за титул. Сумасшествие! Вы знаете, это правда, это не трэш-ток. Ирландцев всего 6 миллионов, россиян 150 миллионов. Я хочу драться с вашим цыпленком, потому что это самый легкий бой в легком весе. Хабиб в России, этот бой, который ты хочешь? Да, это рассматривается как вариант. Это будет ожидаемо. Это будет как фильм про Рокки. Так что, почему бы и нет? Встретиться с ним в его же стране. Тем более в таком сумасшедшем месте, как Россия. Это то, что я хочу сделать. Я повалю его, буду говорить с ним, дам ему пару пощечин, заставлю его нервничать. Эй, вставай, где твой бокс? Пару пощечин, буду играть с ним, я заставлю его сдаться.